Виталий, приветствую тебя в начале очередной торговой недели. Для тех, кто постоянно следит за нашим совместным аналитическим контентом, знают уже, что мы с Виталием разбираем и технически, и фундаментально рыночную ситуацию, смотрим на рынки с разных сторон, если можно, так сказать, способов анализа, и предлагаем вам, друзья, рекомендации, которые, как нам кажется, являются весьма перспективными, опять же, с колокольни собственного опыта. Виталий, тебе большое спасибо, что смог найти время подключиться, опять же, и обсудить по горячим следам, если говорить про важные события прошлой недели, что на финансовых рынках интересно случилось и произошло. Ну что, в прошлый раз, не помню, правда, удалось ли нам с тобой обсудить именно, хотя да, вспомнил, реакцию доллара на выступление Пауэлла в банковском комитете Сената, когда он от лица, разумеется, Федрезерва просигнализировал о том, что американский регулятор все-таки продолжит двигаться по пути постепенного ужесточения монетарной политики. Причем, наконец-таки признал, что инфляция является проблемой, и эту проблему нужно решать. Конечно же, не то чтобы прям была стопроцентная конкретика того, как и что дальше случится. Но я думаю, что там особо и не нужно было заниматься глубокопанием, чтобы уловить тонкий, а может быть даже не тонкий, намек от Федрезерва, что уже 15 декабря, то есть фактически через неделю, американский регулятор, когда соберется на очередном заседании, не просто повторит то, как он дальше будет сокращать программу количественного смягчения, а может ускорить темпы выхода из этой программы, например, путем анонса шага по сокращению этой программы на 30 миллиардов ежемесячно. То есть программа количественного смягчения может быть завершена на несколько месяцев раньше. Примерно к марту это приблизит сроки, разумеется, первого повышения процентной ставки. Как на все это должен реагировать доллар? Он должен расти, и мы, в принципе, даже если закрыть глаза на незначительную коррекцию по индексу доллара, все равно можем констатировать, что индекс доллара остается на многомесячных максимумах. Я сегодня на своем брифинге рассказывал, что пока не решаюсь залезть непосредственно в индекс доллара, потому что хочется подождать вот уже 15 декабря и послушать, какое решение будет принято Федрезервом. Ну, есть другие активы, которые мы с тобой вместе комментировали в прошлый раз. Вот, например, европейская валюта против доллара, когда из позиции техники, из позиции фундамента, я еще говорил про индекс рыночных настроений и обозначил нисходящую тенденцию. В принципе, давай к графикам перейдем тогда. Как раз евро-доллар у меня сейчас открыт, котировки 1.1281. Европейская валюта, друзья, снижает вот эта мощная часовая свеча, это как раз реакция на выступление Пауэлла, когда стало понятно и очевидно, что ФРС будет ужесточать политику, и тут же все сопоставили политику Федрезерва с политикой Европейского центрального банка. ЕЦБ, напомню, остается последним регулятором среди развитых стран, который демонстрирует упорство в том, что не время для отказа от экономических стимулов. Две пресс-конференции было за время после нашего с тобой последнего эфира. Это в пятницу Кристин Лагард выступала и в субботу. И в обоих случаях она отметила, что 2022 год – это не год решения о росте ставок. И с учетом еще и возросших и актуальных рисков из-за нового штамма ковида, это, конечно же, будет оказывать негативный эффект на экономику валютного блока. Для европейской валюты это еще одна причина, почему нужно идти вниз. Кстати говоря, Германия, мы, по-моему, с тобой обсуждали уже регионы, которые будут следующими в плане ковидных ограничений. Германия стала, как и ожидалось, следующим регионом. Очень сильно испортили настроение тем, кто готовился встречать в компаниях с друзьями новогодние праздники, потому что теперь группами именно в эти праздники собираться запрещено. Дальше, скорее всего, будут Нидерланды, дальше будет Дания. И в любом случае это еще один риск, еще один негативный эффект для, собственно, для европейской валюты и цели. Опять же, в прошлый раз я предлагал действовать с уровня 1.1310, сейчас мы находимся чуть ниже. Я думаю, что 1.12 – это цель вообще ближайших торговых сессий.
Золото тоже было в качестве рекомендации шорта 1782. Сейчас цель 1750 еще пока не добита. Тоже сторонник, опять же, того, что нисходящая динамика продолжится, потому что по золоту, конечно же, нужно сейчас сопоставлять его перспективы с тем, что может произойти с американским рынком долга, с казначейскими облигациями. Более жесткая монетарная политика в США – это очень хорошие условия для роста доходности трежерис, при этом в этом случае золото будет им проигрывать. Кстати говоря, вот только что смотрел статистику по темпам оттока из ETF-фондов. На прошлую среду динамика была следующая. Из золотых ETF-фондов вывели 170 миллионов долларов. Вот сегодня на Bloomberg, опять же, видел уже, то есть за среда, четверг, пятница, за три дня выведено больше 300 миллионов. Это самый большой отток за последние полтора года. Ну, не верят в золото. Я пока что не берусь судить о совсем долгосрочных перспективах, потому что ситуация на рынке может очень быстро измениться. Но думаю, что золото прям своей нисходящей динамикой, текущей динамикой, тем, что вы сейчас видите на ваших экранах, на графиках, друзья, прям говорит о том, что дно еще не достигнуто. Будет добит уровень, который, возможно, как раз находится в плоскости 1750 или даже чуть пониже. Еще один актив, который я рекомендую рассмотреть, это нефть, и тоже такая же рекомендация в шорт. Sell stop с уровня 70-50, stop loss 72 и take profit в районе 65 долларов за баррель. Здесь традиционный анализ – это соотношение спроса и предложения. Как мы знаем, страны ОПЕК на прошлой неделе приняли решение продолжать наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, ну, в ежемесячном таком эквиваленте. При этом ранее были новости о продаже стратегических резервов, то есть получается, что страна ОПЕК почему-то не видит никаких рисков в омикроне, но штаммы считают, что спрос будет расти как бы опережающими темпами. Но в сухом остатке у нас сейчас получается, что есть риск падения спроса, и, кстати, эксперты Goldman Sachs оценили это падение в этом месяце уже на 1,3 миллиона баррелей. А если последуют новые ограничения формата локдауна, то к марту следующего года спрос просядет примерно на 2,8-3 миллиона баррелей в сутки. Получается, что падение спроса и параллельно с этим рост предложения за счет того, что осуществляется продажа стратегических резервов, да еще и страны ОПЕК собственноручно закидывают на рынок дополнительные объемы предложения. Я вижу здесь очень хороший потенциал для снижения и рекомендую, если уж и торговать сейчас нефть, то через шорты. Виталий, слово тебе. Так, видно торговый экран, да. Итак, всех приветствую. Сейчас пройдемся по тем идеям, которые мы на прошлой неделе обсуждали, да. Дам какие-то, возможно, новые направления, как я вижу, рынок. Ну, небольшое такое вступление по поводу этих ковид-ограничений, да. Вот есть много новостей сейчас проходят по поводу Германии, ты упомянул. И Нидерланды, знаем, что там в Европе, ну, по телевизору это не очень показывают, там очень идут сильные протесты против вот этой всей вакханалии, да. Возможно, кто-то с данных стран смотрит нас, пишите в комментариях, то есть посмотрим, как это там реально все происходит. Плюс в Германии там уже собралась небольшая такая коалиция этих депутатов, которые против этого всего ковидобесия, как говорят, да, это первое. Потом очень интересные новости с Италии пришли. Раньше они приходили с этого с США, вот CDC, знаешь, CDC, организация, которая занимается там здравоохранением и так далее. В Италии пришли данные, вот помнишь, когда в прошлом году рассказывали, что там очень много было смертей от ковида. Так, поступили новые данные по поводу этих смертей. 97% тех смертей, которые ранее были от ковида, оказались, что они от других болезней. То есть это официальная статистика. То есть это не там не 5, не 10%, ну не 20, а 97%. Такие же данные приходят уже по Британии. Они тоже там говорят о статистике по поводу тех, кто привился.
очень много заболевают, да, там на вот эти болезни. Короче, ну, как говорил один знакомый аналитик, очень интересно наблюдать, на чем они прокалываются, вот эти все мафия, которая продвигает вот это действие. Да, первое, это то, что он говорит, это количество трупов, которые должно было быть после вот этой пандемии, их нету, да, то есть мы не видим забитые там, как обещали, там стадионы и так далее, этого нету. Виталий, извините, я перебью. Мы на самом деле уходим с тобой в теорию заговора. Я думаю, что, может быть, как-нибудь мы с тобой детально эту тему обсудим. Опять же, для рынка, для тех, кто интересует и кто хочет докопаться до истины. Хотя, мне кажется, что истину мы никогда и не узнаем. Хотелось бы в понедельник не начинать анализ со слов трупы, стадионы, поменьше негатива. Я понял. Ну, скажем, это по поводу той ситуации, которая влияет на рынки, как это все будет происходить, да. Ну да ладно. По поводу европейской валюты, тоже был с тобой на прошлой неделе согласен по поводу шортов, да, но, скажем, есть у меня какие-то сомнения здесь по поводу этого евро-доллара. Я, в принципе, за шорт, но какие-то есть здесь моменты, которые удерживают вот этот восходящий локальный рост, который евро показал за последнюю неделю, да, то есть видно, что его очень откупают в этой зоне, но я все-таки думаю и надеюсь, что его пробьют сегодня или там уже завтра, и мы сможем показать вот эти цели в 1.12 и, возможно, ниже там 1.10 по евро-доллару там до Нового года, возможно, позже. Поэтому пока тоже за шорт, хотя бы были у меня моменты на прошлой неделе, где я пытался там и локально войти, в моменте мы росли там неплохо, но, скажем, не сработала та идея, которую я ожидал. Дальше. Была еще идея у меня на прошлой неделе, еще даже с позапрошлой, я транслировал это шорт биткоина. Да? То есть очень-очень красиво отработалась идея. Мы где-то торговались в районе 57-58 тысяч по биткоину и неплохо так сходили вниз, то есть практически под там 15-20 тысяч, да. Uh-huh. Как мы знаем, вот были данные на прошлой неделе, где-то на 2,5 там, миллиарда ликвидировано позиций лонгов, которые были у нас трейдеров, которые торговали фьючерсы по биткоину. Мы видим, технически все было показано, что, скорее всего, биткоин будет падать, нежели расти. На текущий момент по биткоину очень было, я думаю, что была кульминация вот этих шортов, вот это, что накапливали в ноябре, прошлом месяце. Реализация была шортов, и сейчас стоит присматриваться к покупкам по данному активу, возможно, с каким-то достаточно сильным ростом. Mm-hmm. Уровни для покупки примерно 48 тысяч, да, ну или текущие цены. Пока оно формируется, я уже ранее много проводил аналогичных примеров, кульминации таких дневных сильных, да, это по золоту и по биткоину аналогично было вот таких несколько моментов. Вот здесь была такая сильная кульминация, но дальше накапливались здесь достаточно долго. Была кульминация, помню, такая аналогичная еще в 2020 году, вот здесь тоже ночью так пролили, потом хорошее накопление и новые хаи. Поэтому пока по биткоину за рост. Конечно, если дальше будем проваливать вот этот минимум 40 тысяч, то, возможно, тенденция уже будет меняться. Вижу как-то так по данному инструменту. Дальше. S&P 500. В принципе, всю прошлую неделю говорил о шортах. Мы их неплохо реализовали, со среды особенно, да, еще даже с позапрошлой недели. На текущий момент у меня закрадываются такие, скажем, возможности на возможный рост. Вот этот рождественское ралли, который мы в прошлый раз обсуждали, не исключаю, что мы можем показать до Нового года какие-то новые хаи, потому что есть реакция на поддержку, вот если посмотреть трендовую линию, которая у нас идет с минимума
2020 года, да, вот вторая точка, и здесь совпадают, и, скажем так, и 50-я, и 100-я среднескользящая поддержки. Вот если сломим вот этот нисходящий локальный тренд, который у нас идет, будет ли он с текущих слом или через какой-то перелоу, время покажет. Это что-то аналогичное было, когда мы обсуждали с тобой сентябрьское снижение. Вот здесь я тоже был за шорты и говорил, только после того, как мы сломаем этот тренд, возможно, дальше дальнейший рост. То же самое здесь. Пока жду, сам не покупаю. И после слома, уже после каких-то хороших таких паттернов, буду думать о покупках. В принципе, то же самое относится там и Dow Jones, NASDAQ и так далее. Дальше. По золоту. Тоже был с тобой в пятницу, точнее в среду, за шорт по данному инструменту. В краткосрочной перспективе мы еще можем показать какое-то снижение, но той долгосрочной перспективе, которую ты говоришь, я ее пока ставлю на первый план, что стоит искать здесь точки входа на покупку. Будет ли это с текущих или, возможно, через ту точку, которую ты назвал 1750 по золоту, и с достаточно сильным ростом по золоту. Ну и отмена этого сценария будет, если мы там будем пробивать вот эти импульсы, которые были. Но это достаточно далеко, там 1700 и ниже. Вот если это пройдем, то по золоту картинку буду менять, потому что у нас вот прошел хороший импульс один, второй. И, возможно, это сейчас идет коррекция достаточно такая сильная. И потом взрывной рост. Поэтому ищем точки на покупку. Если кто у нас есть там долгосрочные инвесторы по золоту, то, в принципе, можно и сейчас подбирать, или если будет пониже, как-то вот так. Пока у меня все по рынку. Угу. Виталий, спасибо тебе большое за твою точку зрения. Следим в среду, разумеется, снова обсудим, что там изменилось, поменялись настроения, как, что там по тенденциям. И, кстати, в среду будет еще отчет по инфляции, очень важный по штатам. То есть, если мы говорим про политику Федрезерва, то, конечно же, этот отчет про ковру, статистика должна анализироваться. Ну, с позиции фундамента я, конечно же, прокомментирую. Ну, и ты традиционно тоже касаешься фундаментальной темы, за что тебе огромное спасибо. Получается более объективный взгляд, больше информации, не меньше информации, скажем так. Ну что, тебе тогда хорошей торговой сессии, хорошей недели и до скорых встреч. Все, пока. Спасибо.